Друзья, всем привет из Ленты. Давайте посмотрим выгодные предложения, какие здесь есть. Вот, например, носок добрый. 1 литр 89,89. Есть томатный и яблочный. 100% сок без сахара. Ну и газировку от черноголовки тоже. На нее скидочка. Есть Дюшес и Байкал. 1,5 литра 79,99. Естественно, эти все скидочки по карте Ленты. Так, всеми любимые печеньки Чокопайки. Только красные здесь на скидке. 139,89. Так, смотрю еще на кофе скидка. Кофе Жардин. Вот такой вот. Четверочка. Интенсивность. И зеленый вот такой еще. Так, сейчас покрутим. Гватемала. Здесь тоже четверка. Здесь 190 грамм. 399,89. А стоил 699 рублей. Я вам буду говорить все так же не в попад, как и здесь. Посуда, еда, в общем, по рядам пробежимся. 129 рублей вот такая посуда. Это опаловое стекло по шабахче. Вот такие тарелочки. Есть еще плоские по 129. Тоже от по шабахче. Вот бежевый цвет. И глубокие. Вот эти по 149 рублей. Бежевый, оливковый и голубой цвет. И для подачи плоские тоже 149 рублей. Также три цвета. В общем, все по одной цене практически. Литая блинница. Смотрите, какая крутая. По крайней мере, тяжеленькая такая, с бортиком. 999 рублей. Так, ее диаметр 24 сантиметра, антипригарное покрытие, утолщенный корпус и удобная ручка. В общем, хорошая сковорода от Home Club. Так, скидочка на порошок Сарма 4,5 килограмма. Для цветного белья легко справляется с пятнами. Здесь получается он стоит 699,99. И на порошок Бимакс тоже скидочка. Здесь 3 килограмма. Тоже эффективно удаление пятен. Стоит 398,99. Очень много скидок на обувь. Вот такие, например, от фирмы Invin. Мужские кроссовки, дышащие. Летний вариант такой. Стоит 799 рублей. Есть красные. Тоже по такой же цене. Размер в ассортименте здесь много. И вот такие черные, но они уже не из дышащего материала, а вот такие вот, как бы, как, не знаю, как сказать. Такой гладенький материал. И подошва у них другая совсем. Они уже идут подороже. 1299 рублей. А вот эти, например, по 1200. Ну и тут тоже в ассортименте вот такие яркие по 1500 без рубля, тоже Invin, тоже здесь дышащие, вот вставочка. Удобные они, легкие, классно будет ходить, ну летом более-менее. И вот черные еще 1500. Есть и женские, тоже Invin, вот такие легенькие, прилегенькие, розовые. Тканевый материал 1300. А вот эти серенькие, вот эти вообще супер удобные, тоже летние, тканевые, 1500, только серый цвет. Ну и есть еще вот такая раскраска, расцветка,
как правильно говорится, вот такие. 1500. Очень много школьной одежды. Вот такой, например, кардиганчик на девочку. 889 рублей. Китай. Юбочка школьная. Пояс на резинке. 559 рублей. А вот такая плиссированная, тоже пояс на резиночке. 629. Производитель Бангладеш. Брюки школьные на девочку. Пояс на резинке. Здесь со стрелочкой. 1500. Ну, естественно, блузки. Куда без них. Вот такая, например, блузочка. 659 рублей. С воланом, с рюшей. Сарафанчики школьные. С красную полоску. Даже не полоску, а клетку. 619 рублей. Размеры тоже разные. Есть кеды детские на шнуровочке. 709 рублей. Такие. Есть синий цвет. Ну и школьная обувь, балетки. Например, вот такие лакированные. Тоже фирма Invin. 479 рублей. Есть застежкой на липучке по 679. А вот такие удобные, без всяких шнуровочек, замочков, с блесками, 829. Вот эти тоже симпатичные. Вот такие на замочке сбоку. 719. Так, ну тут уже взрослые балеточки. Есть ботинки на шнуровке. 899 рублей. Лакированные. Такие. Подошва. Каблучок небольшой, вернее. О, вот еще, смотрите, какие балеточки. Они очень легкие. Симпатичный такой, жемчужный тут блеск, как будто перламутровые. 899 рублей. Тут кроссовки написано, для мальчика на физкультуру, но, конечно, слишком яркие, мне кажется, в плане того, что грязь на них так и будет приставать. 999 рублей. Ну и для девочек такие они тут на шнуровочке. Еще, смотрите, с подсветкой. Вот здорово. И на липучке. 2400 рублей. Такие стоят. Тут, конечно, обуви великое множество. Такие по 669. Сейчас по-быстренькому буду, потому что это долго будет. Вот эти розовенькие есть. Есть побольше. Симпатично смотрятся, красивые. На двух липучках. 759 рублей. Скидка на белые рубашки для мальчиков. 299 рублей. Размеров еще вот сколько. Ну, знаете, по сравнению вот с этой, например, рядом, она не прям белоснежная такая, а немножечко кремовый такой цвет есть. Но не прям белая-белая. Жилеты. Вот такие, 569 рублей, с белой окантовкой на пуговицах. Китай. Рубашки по 659. С коротким рукавом. А с длинным по 729. Но тут совсем мало уже размерчиков осталось. В клетку, например, с длинным рукавом по 759 рублей. Брючки одни остались для мальчика. Вот такие. 759. Бангладеш производитель. Ну и здесь уже тоже остатки. Жилеточка. Такой
жилет и кардиган это или что. В общем, вот такая одежда школьная. Носочки детские. Ой, извиняюсь. Для девочек две пары. Розовые вот такие в горошек, серые. 89 рублей. Фирма Invin, тоже Китай это. Для мальчиков вот 5 пар есть. Наборчики стоят 249 рублей. Так, и размерчики. Не написано, какие размеры здесь. Ну, упаковочка выгодная, кстати говоря. Размерчик у этих, где 5 пар, 18-20. Вот такой вот. Недорогие базовые футболочки однотонные, вот такие вот. Красные тут, голубые, розовые, синие. В общем, как для мальчиков, так и для девочек. Ростовка здесь идет на 3-4 года и дальше 5-6 лет, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14. Стоит всего 139 рублей, это хлопок. Вот они, кстати, в таком развернутом виде. Я сейчас вам покажу, смотрите. Хорошая футболка, нам как раз красная нужна для физкультуры. Именно красного цвета. И вырез здесь круглый, вот такой. Это, например, 158-164 рост. Ну, как раз это, наверное, 13-14 лет. Друзья, смотрите, какая милота. Пижама для девочки, футболка плюс брюки. А вот так вот. Такая моделька. Смотрите, тут единорожки. Красота. Есть с пончиками. Вот такие. Стоят они 489 рублей. Есть еще где-то пижамки вот с шортиками. Карандаши здесь принт. Вот такой. Стоят они 349 рублей. Считаю, это нормальная такая цена. Хорошая на них. И для мальчишек тоже есть. Есть с шортами вот динозавры. Футболка и шорты 359 рублей. И сейчас посмотрим. Вот такие есть еще. Пижама для мальчика, футболка, длинный рукав плюс брюки. Вот этот рост, например, 110-116. Сейчас посмотрим. Пижама для мальчика, длинный рукав, 479 рублей. И есть, которые с шортами, по 329. И ростовочка такая, знаете, хорошая. Есть 134-140. Вот большой размерчик, например, как на моего. Знаете, классная. Для девочек еще вот такие интересные есть брючки, леггинсы. Здесь состав хлопок 25, полиэстер. Так, 70 хлопок, 25 полиэстер и 5 эластан. Вот такая моделька. Стоят они 239 рублей. Это именно леггинсы. Есть брюки для мальчиков. Темные, темно-синий, по-моему, цвет. Стоит 369 рублей. Состав 100% хлопок. Такой тяжеленький материал. Толстенькие. А вот для девочек светлые брючки, такие же, как и для мальчиков, с такого же материала, тоже 369 рублей. И размерчики разные. Есть вот на 134, на 140 большой размерчик. Ну и наборы для мальчиков. Здесь шорты черные и белая футболочка, как раз на физкультуру. Тоже размеры в ассортименте. Это ХБ, производство России, 409 рублей. И вот такие еще джемперы для мальчишек. Ростовка тоже разная. 579 рублей. Высокий эластичный ворот закрывает шею. Вот так вот будет выглядеть. Как раз на школу сейчас самое то. Снова дошла до продуктов. Смотрите, кофе Якобс Монарх классический. Кофе в зернах 899 рублей.
рублей 89 копеек сейчас стоит по карте, вместо 1500. И Якобс Бариста вот такой еще. Сейчас посмотрим на него цену. По-моему, он тоже по такой же цене. Да, вроде бы такая же цена, другой нет. Печеньки Орео, 5 плюс 1 подарок, шоколадный вкус, 122,89. Так, еще какой-то кофеек вижу, 473 рубля 79 копеек, Нескафе Голд. Алтарика вот такой, смотрите, упаковочка симпатичная. Крепкий и изысканный, восьмерка, кстати, по крепости. Так, 473,79, я сказала, да? Ну и Суматра. Не помню, показывала я вначале их или нет. А, кстати, тут еще есть и вот такие чукопайки коричнево-шоколадные. 139,89. Но там на входе их почему-то нет. Они здесь в глубине спрятались. Ну и на вкусные шоколадки от Ritter Sport скидка. 119,89, здесь они в ассортименте, каких только нету вкусняшек, ром, изюм, орех, вот такой кранбери, ну, нас, в общем, что-то с орехами, тут ягода какая-то и орех, лесной орех, что тут еще есть, цельный орех, в общем, чего только нет. И, кстати, кофе от Ленты, вот такое, растворимый, сублимированный, 180 грамм, стоит сейчас 169 рублей 89 копеек. Нет, вру, 289,99. Понапишут над кофе другую эту. Ну и покажу, почем овощи, потому что, знаете, возле дома иногда бывают ларьки, в которых очень даже ниже цена, чем, например, в той же Ленте или в Ашане. 36,89 огурцы вот такие. У нас, например, возле дома стоит 20 с чем-то рублей, по-моему, если я не ошибаюсь. Точно я просто не могу сказать, потому что уже не помню. Томаты на ветке 59,99. Это вот такие вот. В упаковочке всего 500 грамм. А на разрез, которые по 79,89. Вот такие. Ну, а на обычный арбуз, конечно, здесь цена классная. Сейчас 19,89 стоит килограмм. Это, да, классная цена. В нашем магазинчике, например, 24,99, что ли. Арбуз с желтой мякотью, вот такой по 79,99, такой вот сорт. И еще есть зеленый, сейчас покажу вам. Вот такой, он тоже по 79,99. Дыни вот такие, торпеда по 49,99. Колхозницы по 98,99. И вот такая желтая по 109,99. Ну, естественно, по карте Ленты. Черешня здесь по хорошей цене. Правда, нужно уже выбирать. Стоит 119,99. Так, цена нормальная. Виноград черный вот такой вот. Кишмиш по 129,99. У нас дешевле возле дома. У нас по 99. Здесь вот этот вот виноград Ризомат по 119,99. Крупный. Но я что-то такой не люблю. Ни розовый, ни зеленый. Мне вот именно нравится черный такой. Ну и летние вкусняшки, конечно, мороженое. Здесь многие по 79 рублей, я смотрю. Вот такие. Есть по 42, по 43, по 26. В общем, в воскресенье, в пятницу и в субботу скидки на мороженое минус 30%.
по 28, по 32, по 20. В общем, это надо читать. Все, друзья, пробежалась по ленте, немножко показала вам товара. Здесь его, конечно, очень много. И кому что интересно, я, конечно, не знаю. Поэтому я пробежалась, посмотрела то, что было интересно мне. И заодно сняла вам, может быть, вам будет это полезно. Все, друзья, пока-пока.